Извините, мистер Азис, возникли... Осложнения. Осложнения. Опять осложнения. Вечно у тебя какие-то осложнения. Давай, 21 минуту назад поступил заказ. Харматон, Бёрден и Смит, Вулворт Билдинг, большие пиццы с разнообразной начинкой, 8 штук. Я не понимаю этого языка, говорите по-английски. Ты не умеешь делать пиццу. Я не умею делать пиццу за 8 минут. Я не могу ложиться в гарантированную доставку за 29 минут, и я не получу денег за это пицца. И клиенты навсегда нас променяют на пиццу в юрте. Почему вы не послали Салима? Салима вчера депортировали. Вот твои пиццы. Смайли. Слушай, вся надежда только на тебя, ясно? Ты должен доставить их в срок. Питер, ты славный парень, но ты очень ненадежный. Это последний шанс. Либо ты проедешь 42 квартала за 7,5 минут, либо я тебя уволю. Лифт. Если б ты знал, кто он, ты сказал бы мне? Питер, разве ты не понимаешь, что я чувствую? Я хочу его смерти. Так же, как ты хотел смерти того, кто убил твоего дядю Бена. О боже, прости меня, я не хотел испортить твой день рождения. Ты мой друг, и ты это знаешь. Мы семья, Питер. Мой отец любил тебя, ты был для него как сын. Спасибо, Гарри. С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения, дорогой Питер! С днем рождения тебя! Ну что ты? Это чудесно. Я теперь вижу тебя каждый день. Фотографу понравилось мое лицо. Я должна была быть только в каталоге. Но потом получила роль в спектакле. Все разом. Твоя мечта сбылась. А твоя? У меня все хорошо. Приходи на спектакль. Ты всегда меня поддерживал. Я собираюсь прийти. О, терапия. Нет. Это человек, мужчина. В смысле, это как бы парень? Отто, ужин готов. Это моя жена Роси. Здравствуйте. Здравствуйте. А это Питер Паркер, студент Коннорса. Тот самый, который засыпает на лекциях. Я всегда спала на лекциях по физике. Рада знакомству, Питер. Взаимно. Простите. Потрясающе. Если это сработает, то может изменить весь наш образ жизни. Это действительно потрясающе, и это сработает. А вы уверены, что сможете обеспечить стабильность протекания термоядерной реакции? Питер, а о чем мы говорили все эти полтора часа? Да, я пытался объяснить ей теорию относительности. А Рози пыталась мне разъяснить Эллиота. Настоящее и прошедшее, вероятно, наступят в будущем. Да, я понимаю.
Послушайте, не могли бы вы... Как дела? Хорошо. Я просто хочу сказать, что мне действительно нравится то, что ты делаешь. Я думаю, это здорово. Спасибо. Я работаю с Везенхауэреном, Андерсоном, Николсоном, Нансоном и Арагеной в этом здании. Я хочу сказать, что твой образ — это просто фантастика. Твой костюм, твои способности. Ты мог бы заняться большим, чем просто попадать в печать. Возможно, ты захочешь попробовать себя на телевидении. Я могу этим заняться. Ты не против, если я предложу тебе пару идей? Как насчет книжки для детей? Можно сделать что-то типа паутины Шарлотты, только без свиньи, улавливаешь? А можно сделать линию гамаков? Гамак — та же паутина. Врубаешься, что я предлагаю? Или можно выпустить мужской одеколон? Я дам тебе свою визитку. У меня нет карманов. А, да. Мы в здании. Это бесполезно. Я постоянно так пробую. Медленный лифт, это точно. Таким образом, член второго порядка в уравнении точного порядка равен члену второго порядка, рассчитанному из первого порядка. Энергия возмущения. Поскольку мы способны выбирать произвольное происхождение нашей энергии, мы выбираем любую комбинацию основных векторов. Предыдущая проблема заключалась в двух. Мы используем здесь коэффициент 6, равный 2. И ты сказала «да» так быстро? Это было правильным решением. Могла бы и поздравить меня. Поздравляю, желаю удачи. Джон любит меня. Мой отец всегда говорил, что я никогда не буду достойна чего-либо. Не буду нужна ни одному мужчине. И теперь ты проведешь остаток жизни, пытаясь что-то доказать своему отцу? Ты вообще любишь этого парня? Очень. Очень? Так не годится. Знаешь, как надо отвечать? Я люблю его. Я его обожаю. Он моя стена. Я могу думать только о нем. О том, кто он, что он говорит, что делает. Мне, для меня. Вместе со мной. Его нежные поцелуи. Он стоит всей печали и боли, которые я когда-либо испытывала. И в ночной темноте он моя защита. Вот ответ, которого я жду. А не просто. Я его очень люблю. Ты перечитала любовных историй тьму. Вспомни идеальный поцелуй, о котором ты рассказывала. С мужчиной, в которого ты верила. Это было сказкой. Разве верить в любовные истории — это плохо? Другу. И что, близкий друг? Очень близкий. Да? Карабкается по стенам? Да. Чужой сон. Наверное, при этом душа не на месте. Вау.
Неопределенность страшнее всего. У меня был один случай, похожий на твой. И что за случай? Однажды я помог одному пациенту найти свое место в жизни и ответить на вопрос, кто он есть. И он потом был мне за это очень благодарен. Я ведь люблю Мэри Джейн. Я знаю и понимаю тебя. Есть миллион дорог, которые мы выбираем. Но я на верном пути. Человек, но полук, он куда-то делся вдруг. Куда же?